Ну, что же ты снова приволок, касатель? Показывай. Ну что ж, всем привет, с вами Экстриан. Я продолжаю проходить народную солянку с объединенным паком 2. Это уже 23-я часть, и давайте начнем. Поговорил я с охотником, согласен он отдать тебе ружье, но только если ты ему пиво найдешь. Чего, пиво? Хотя, может, и найду. Сколько просит? 2 ящика баночного. Эх, так и не попробую. Я пиво, видать. Ну ладно, записывай координаты схрона на кордоне. С большой земли пацаны подогнали на день рождения мой. Затарили у Сидора под носом. В общем, если принесешь ружье, то я тебе скажу, где ПДА. Решил вот один сталкер отблагодарить доктора за операцию. Кстати говоря, очень... классное радио. Именно сталкерское радио. Вот отдельное спасибо разработчикам за такое вот... внедрение, так сказать, в игру, потому что это радио довольно-таки классное, атмосферное. Место всякой орущей музыки, вот. Очень интересное и познавательное довольно-таки радио. Я вот даже немножко послушал его. Минут так 10-20. Очень даже интересно рассказывает и прикольно все сделано. Прям атмосферы добавляет сталкерской. Вот так вот. Ну что ж, давайте тогда отправимся с вами на кордон. Забираем ящик водки и отдадим его наконец-таки охотнику, чтобы получить его ружьишко. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами на кордоне. Ну что ж, почти что добрался до тайника. Давайте его сейчас заберем. Только тут собачки и кабанчики мешают. Честно говоря, не хочется этого на самом деле говорить, но все-таки придется. Наверное, скоро я найду замену Ремингтону. Потому что с одним и тем же оружием вам, наверное, уже, как я бегаю смотреть, уже надоело. Поэтому надо, так сказать, экспериментировать с оружием, чтобы было хоть чуточку интереснее, разнообразнее выживать в зоне. Так... давайте покажу даже, где этот тайник находится, кто не знает. Вот здесь вот он. Так, и давайте посмотрим, что тут. 60 банок пива неизвестного происхождения. Ну что ж, забираю. Еще я хотел к Кузнецову заглянуть. Хотел у него забрать все квесты, чтобы по пути их выполнять. Но выполнять я буду их не все сразу. Постепенно. Сейчас в основном квесты все будут на янтаре. После янтаря переберусь. Ну вот буду прыгать то на кордоне, то на агропроме, то в темной долине, то лежи на свалке, а потом как-нибудь и на радар выберусь в конечном итоге. Вот так вот. Ну что ж, давайте тогда наберем квестиков у Кузнецова и заодно почитаю интересное описание к ним. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Так, дальше мне пока не надо. Так, слушай, майор, может, у тебя еще какое задание имеется? Сержант пропал. Как это произошло? А хрен его знает. Это случилось месяц назад. Сержант Звягинцев был на ночном дежурстве. То, что его нет на посту, обнаружили только утром. Мы прочесали местность, но никаких следов борьбы или крови не нашли. Есть подозрение, что сержант подался в самоволку. Во всяком случае, сейчас он числится в списке пропавших без вести. Если встретишь его в зоне, то попробуй уговорить его вернуться. Если же наткнешься на его труп, то принеси жетон с личным номером. Надеюсь, с ним все в порядке. Что ж, давай еще возьмем. Какая именно винтовка тебе нужна? Принеси модифицированную винтовку Knights SR-25. Я слышал, в баре есть умелец, который может снизить вес и увеличить кучность оружия. У нашего снайпера, что на посту стоит, винтовка уже поистрепалась, нужна новая. Этот крендель даже умудрился ее с моста уронить. Теперь винтовку клинит постоянно. Да, ты, наверное, и сам знаешь. Иногда один выстрел из винтовки ценнее очереди из автомата. Ах да, чуть не забыл, патроны к ней тоже нужны. 10 пачек бронебойных патронов должно хватить.
ты прав, винтовка нужная вещь. Попробуй поговорить с этим умельцем, как раздобуду, принесу. Так, что там у тебя еще за квестики имеется? О чем идет речь? Какой сигнал? Недавно сбили военный транспортный вертолет, который перевозил важные секретные документы. Эти бумажки развеяло по всей зоне. Начальство на них наплевать, а собрать вряд ли кому-то удастся, суть не в этом. На борту также находилась небольшая коробочка с различными картами доступа, ключами и прочими ценными вещами. Один из пилотов успел перед падением вертушки положить этот мини-сейф в рюкзак, прицепить радиомаячок и выкинуть за борт. Нашим радистам удалось запеленговать сигнал от маяка. Рюкзак лежит на армейских складах. Правда, точно определить место не вышло. Сигнал слабый, возможно, там сильная радиация. Если окажешься в том районе, поищи рюкзак с коробкой. Маячок издает звуковой сигнал, ты узнаешь его. При обыске сними с пояса дозиметр и прочие приборы, издающие шум. Я в долгу не останусь, только не пытайся вскрыть сейф. Все равно не получится. Дело не хитрое, постараюсь найти. Так, что тут? Ну, давайте эротика, понимаю. Сможешь найти все 12 выпусков за прошлый год. Ну, постараюсь, один видел в деревне новичков, думаю, и остальные найду. Так, зэки сбежали. Из одной зоны в другую, шутишь? Да какие там шутки, вся область на ушах стоит. Сбежали не абы кто, а особо опасные преступники, пожизненно приговоренные. У одного зоновская кличка Хорь, у другого Койот. При побеге они убили двух военнослужащих, переоделись в их форму и забрали личное оружие. РПК-74 и АКМС. На их поиски было отправлено несколько вертолетов. И засекли недалеко от границы зоны отчуждения, но затем они скрылись в лесах. Командирование поисковой операции думает, что они разделились и прячутся где-то здесь. Поэтому к поиску привлекли и местных военных. По нашим сведениям, Хорь скрывается где-то на болотах, а Койот в районе Янтаря дикой территории. Есть неофициальный приказ живыми беглецов не брать. Если встретишь их, не церемонься и по возможности сообщи место встречи. А фоторобота нет, тут каждый третий преступник. Ладно, если встречу, поговорю с ними на языке оружия. Вот так вот. И ликер Белиз. Ну нифига ты загнул, где я в зоне тебе ликер найду? Хотя бы у Сидрича или у других торговцев поспрашивай, еще местных в зоне. Не все же водку хлещут. Принеси 10 бутылок, расскажу про тайник с очень ценным хабаром. Ладно, убедил, но если не найду, то не обижайся. Вот так вот, майор. Ну, все задания я взял, будем потихонечку их выполнять. А теперь куда отправляемся? Ну, в бар, наверное, пойду. А там уже придумаю. Ну что ж, я уже в баре. И перед тем, как выполнять данное задание, не забудьтесь обзавести ночной звездой. Сейчас объясню почему. Бармен ночную звезду меняет на грозу. Гроза нам пригодится для квеста. Очень одного интересного, который даст нам внезапно Воронин. Вот так вот. Так, Арнин, ты бы не мешался тут у меня под ногами. Бармен, ну-ка подойди ко мне, разговор имеется. А, бармен, алло. Ну, наконец-то. Здорово, вечерный. Так, бармен, а как у тебя обстоят дела с дорогими напитками? А чего ты хочешь? Мне бы несколько бутылочек Белиза раздобыть. У меня сейчас нет его в наличии, иногда мне привозят коньяк или виски, но сталкеры их обычно не покупают. Родная водочка Эмилии. Эх, ладно, если привезут, то сообщи мне. Так, работа мне не нужна. Так, снаряжение, оружие, гроза. Согласен. Еще тут что? Квест тебе можно взять у Гарика. Вроде бы. Проходи, бармен. Проходи. Кстати, что там эти обормоты творят? Решил улучшить что? Или поломку исправить? Давайте тут улучшать-то, в принципе, извини, нечего. Извини, если не сильно помог. Ну, ты вообще мне ничем не помог, я тебе отвечу. Тебе сюда нельзя. Твой вопрос интересный. Так, ну тут квеста пока никакого нету, но потом он все-таки появится. Мне кажется, после того, как мы выполним задание Воронина, на которое я сейчас, в принципе, иду. Так, сейчас надо и оружие такое нормальное взять, вот такое вот, например.
И место в рюкзаке побольше приготовьте, потому что сейчас начнется, грубо говоря, месиво. Уже немножко проспойлерил, но сейчас я все вам расскажу в подробностях у Воронина. Так, Воронин. Ну что стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Ого, живой генерал, не в Москве ли я? Нет, солдат, ты в параше, и вляпался по самое не хочу. Раз уж ты у нас, пришло время рисковать задницей, а заодно и репутацию свою поднять. А что случилось? Только что сообщили, наемники готовятся атаковать северный блокпост долго, то, что граничит с дикой территорией. Своих людей я туда уже отправил, и твоя задница там будет весьма не лишней. Только я не хочу, чтобы она была мишенью для безбашенных. Я также не хочу, чтобы она протирала штаны, стоя за углом, пока мои бойцы гибнут. Поэтому вот задание — уничтожить главаря группы. По сведениям, его кличка Горб. Я не согласен. Цыц, разговорчики. Я что-то не расслышал. Что ты там подумал? Упал, отжался. Не мой метод. Мой упал и уже не смог отжаться. Выбора у тебя нет, иначе в бар ты больше не ездец. То есть не ездун. Не ез... Короче, ты понял. Горб должен быть уничтожен именно тобой, иначе дальнейшего диалога не будет. Награду возьмешь с наемников амуницию, да и у Горба, может, чего ценного найдешь. Подойдешь ко мне, я дам тебе сигнал об атаке, но прежде раздобыть себе оружие хорошее, например, грозу. Вот для этого нам гроза и нужна. Ну что ж, я добыл грозу, ну что там, можно занимать позицию. Молодец, теперь вижу, что подготовился к встрече. Спасибо, так что с наемниками? Сейчас вяжусь с блокпостом, возьми, пока пара аптечек пригодятся. Ну что там? Да, вперед, солдат, наемники уже на подходе. Ну что ж, побежали. Удачи тебе! Она мне пригодится. Ну что ж, быстрее. Наемники сейчас там орудовать будут. По самой не балуй. Ой, и гроза, и дождь. Все сразу. О, побежали. На защиту. Ну мы что же безбашенные. Вперед, батьки, в пекло лезем. Блин, вот они выскакивают так. Я могу их и подстрелить так случайно. Да блин, дурак, куда ты лезешь-то, а? Ну, как я его? Нормально, нормально ты его. Ой. Что-то стол мой забрал, ты чё, охренел, мужик? Ну вообще, обалдели. Ладно, у меня еще один потом будет. Прижми его к земле! Не давай высунуться! Я потом выкуплю его у тебя. Или как-нибудь заберу. Гроза. Только гроза мне не нужна, мне бы стол какой-нибудь. Так, вал. Так мне вал не нужен. О, РПК. А вот РПК даже отлично подойдет. Что, всех убили? Отлично. Так. Да, вроде всех. Ну что, теперь можно и пообыскивать их даже. О, присел тут товарищ один. Так, а вот, собственно, Горб, да. Ладно. Потом их всех обыщу. А после обыска встретимся тогда уже с вами, наверное, у Воронина. Ну что ж. Атаку наемников успешно отбили. Кстати говоря, и Абакан я свой вернул. Который меня нечестным путем отобрали. Гады эти, проклятые. А теперь давайте поговорим с Воронином. Я в милиции, а ты... Ну что, генерал, я выполнил задание, правда, меня чуть не зацепило. Отлично, долг тебе благодарен, зацепило. А, тяжело увлечение, легко в гробу. Так что зеленки внутрь, и ты
Здоров. Ну, спасибо, побольше бы таких генералов. Ладно, говорил, в отношении твоей фигуры я буду придерживаться дружественной и словесной политики. Привет начальству. Привет, я вижу, ты парень особо... расторопный. По крайней мере, видок у тебя такой. Есть дельце, если подсобишь, буду благодарен. Да, но первое впечатление всегда обманчиво, что за дело. Я человек не впечатлительный, отправляю группу по направлению к радару, сам знаешь. С провиантом там не важно, а брать с собой банальную тушенку не дело. Бойцам и горячая будет, говорить домашняя пища нужна. И где ее достану, домашнюю пищу? За периметр с термосом схожу. За периметр не надо, бармен сделает. А вот насчет термосов ты правильно заметил, они и нужны. Причем разных размеров. Где находятся большие, я знаю. Свободовцы сделали тайничок, где-то за своей базой у дерева. Пойдешь вдоль линии ЛЭП, аккуратно туда выйдешь. Рисунок того места скидываю тебе в ПДА. А вот где взять маленький, спроси у Гарика в баре, он... с такими ходит. Может, знает. Где еще достать можно? Обоих видов надо по 5 штук. Ну, начальника задача. Ладно, может, найду и чего. Кстати говоря, еще сейчас выполним квест Кузнецова насчет ликера Белиз. Вот тут находится тайник вот такой интересный, с этим самым ликером. Ну что ж, забираю, положу пока что в тайник, потому что все ликеры собрать, это дело очень такое... вот такое вот. И не скоро мы его, короче, выполним. Поэтому можно пока что в долгий ящик это задание положить. Ну а теперь отправляюсь дальше по заданию. Хотя, подождите, какое дальше по заданию? Ну вот сейчас задание это одно... и попробую выполнить. Ну, хотя просто так, наверное, не получится. Надо поговорить же с Гариком насчет термосов. Так, 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 Гаричек. Родимый, где-то тут у нас сюда нельзя. Гарик, я знаю, что мне сюда нельзя. Заладил как попугай. Служба. Чего надо? Термос. Вернее, хочу спросить, где ты его взял. Это секретная информация, могу поделиться, с тебя 10 штук. Мне нужны только деньги, все остальное можно купить. Хорошо, но мне нужна инфа, где можно раздобыть еще такие термосы. Отлично. Тогда с тебя 10 тысяч деревянных, и это еще не все. Я курю, так что будь любезен, принеси мне блок сигарет. Если не в курсе, это 10 пачек. Многие сталкеры ими торгуют. Курить вредно. Деньги есть, а вот за сигаретами придется смотаться. Тебе сюда нельзя. Так, но сигаретами у меня пока что не совсем, как бы, лады. Поэтому надо будет действительно их поискать. Ну, а теперь отправляюсь вот действительно дальше по заданию. Пока к я им именно пока что не знаю, но что-нибудь сейчас придумаю. И да, кстати, чуть не забыл. Поговорить с охотником насчет его ружья. Привет тебе, заблудшая душа. Ух ты, аж в рифму получилось. Тише, сталкер, не шуми, башка гудит. Что надо? Достал таким пивка. Чего? Пивка? Какого пивка? А, так я же пошутил. Вообще-то ладно, давай сюда, трубы мне горят. Ну на, забирай, алкаш несчастный. Бери свое, мое, твое. Короче, забирай ружье и вали. Точнее, шевели батонами, умник. О, Арни тут... к разговору почти присоединился. Ладно. Отправляюсь тогда в темную долину. Отдавать ТОС-34 охотника Жилим. Чтобы он нам наконец-таки дал ПДА Крысюка. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами у Жилы. В темной долине. Ну что, Жила? Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Смешно тебе. Я за, блин, из этого ПДА тут голос гоняюсь по зоне, как юмор ненормальный. Ладно, а ты, касатик, кто такой, что здесь торчишь? А, так это для обмена. Не тот диалог. Вот, держи свое ружье, доволен. Ну ты даешь, братан, конечно, доволен. А насчет моей доли? Твоя доля ждет тебя на Агропроме, вот здесь. Еще есть способ получения медузы из разного хлама. В электро нужно кинуть голову тушкана, бинт, колбасу и консервы. Ладно, проверю. Смотри, обманешь пару как тузи грелку.
Дали нам тайник крысюка. Нехило побарыл. Нехило, нехило. Так, а где этот тайник? Вот он. Здесь должен быть ПДА крысюка. Ну что ж, теперь, наверное, давайте отправимся на Агропром. Достанем мы ПДА крысюка и еще пару интересных квестов повыполняем. Вот я не знаю почему, но вот именно сталкер адреналин мне почему-то вот нравится. Больше, чем как никто, пожалуй. Но еще сталкер Басти. А из мутантов, пожалуй, наверное, излом. Ой, тут нападают наши сталкеры. На... В Counter-Strike не доиграл. Ясно, все с вами. Еще и злом вечно матерящийся тоже нравится, интересный мутант. Но это в плане шутки, конечно. А вообще, вот по-настоящему какой мутант нравится, я даже не знаю. Я солянку еще толком не прошел, поэтому не могу сделать таких выводов. А насчет сталкеров, вот я вам сказал, Басти адреналин. Ну, конечно, для вас эта информация не имеет никакого значения, но просто так. Может, когда я стану более популярен, чем сейчас, то вот какую-нибудь загадку или вопросик подобный задам, когда я такое говорил, или кто мне нравится там, например, из мутантов, то вот кто смотрит меня сейчас, будут знать потом. Ну что ж, отправляюсь тогда на Агропром, наконец-таки уже. Ну что ж, практически добрался к тайнику крысюка, вон он там лежит. И советую всем взять какое-нибудь штурмовое оружие. Зачем? Сейчас все увидите. Тут уникальный бандитский плащ, ПДА крысюка. Крысюк много чего вынюхал и записывал свой ПДА, Боров за него глотку порвет. Вот С27-2-9-19 и эмбрион дикого кота и патрон. Так. А быть такого не может. Или может? Ладно. О, нифига. А что это здесь так мухоморов, блин, навалено? Просто целая куча. Ой-ой-ой, а сколько я собрал? 4 штуки, ни хрена. Ладно. Ладно, ладно. Так, ПДА крысюка забрал. Теперь давайте дальше по квестам пойдем. Ну что ж, наверное, надо к адреналину заглянуть. На огонек. Так, что тут? Ничего нету. Блин, эти тушканы заглумили всю голову. Так. Тут еще и военные имеются, ни хрена себе. Сейчас с военным справимся. А, уже все. Опоздал. Ну ладно, ладно. Опоздал так опоздал. Ну что ж, теперь давайте с адреналином поговорим насчет квестика интересного. Подходи, раз пришел. Приветствую, как идет торговля? Вояки не донимают? И без них проблем хватает, прикинь. Вчера вечером сюда залезло несколько котов-боинов. Пока я возился в соседней комнате, перебирая обвесы для оружия и складируя пачки патронов, эти бестии устроили здесь беспорядок. Нассали в углу, нагадили на подоконнике и украли радиомаячки. Но это не так печально, как то, что они стащили очень дорогую моему сердцу вещь. Это кулон на золотой цепочке с фотографией моей замечательной дочки. Я оставил его на столе, чтобы почистить крышу от пятен. Поэтому и полез на склад, но увлекшись сортировкой, совсем забыл про кулон. Услышав шум в комнате, я вернулся и застал котов за всем вышеперечисленным. Выпустив очередь из автомата в их сторону, коты дали дёру. Кто по лестнице, кто по трубам за окном.
Лишь после их бегства я увидел, что кулона на столе нет, как и маячку. Вот такая невеселая история. Слушай, у тебя есть время, этот кулон мне слишком ценен для меня, чтобы так просто забыть о нем, как о потерянной вещи. Сможешь найти по мать Мурку, стащившую кулон? Как ты себе это представляешь? Я, по-твоему, должен звать их Кис-Кис, Виска-Соми, а собой нет? Занятие это несложное, но требует выдержки. Даже не пытайся догнать кота Баюна, это бесполезное занятие, поверь мне. Быстрее его в зоне нет мутанта. Чтобы поймать кота, тебе нужно подкрасться к нему. Расстояние между ним и тобой не должно быть больше 2 метров. Ты должен пробыть в этом положении не менее 2 секунд. Чтобы сконцентрироваться на цели. Объясню почему. Кошки очень пугливые и неосторожные животные. Рано начнешь телодвижение и не сможешь удачно схватить свою жертву. Она вырвется и убежит. Потом ищи ее по всей округе. Опоздаешь на пару секунд, кошка тебя учует и рванет, сверкая своими подушечками. Ни в коем случае не стреляй в мурок, не дай бог повредишь кулончик. И еще одно условие. Кота нужно найти немедленно, не уходя с агропрома. Кто знает, что с ним может случиться в дальнейшем. У меня записаны частоты маячков, судя по меткам на карте, всего воришек 7. У одного из них мой кулон, справишься? Дохлый кот забот мало, сыграя в кошки-мышки. Вот так, давайте посмотрим. Оу, ни хрена себе, это сколько их тут? 7 штук. И как я их буду искать? Ну давайте. Зачем пришел? Наверное, покажу вам, как нужно к этой кошке подкрадываться, как нужно. Ну, короче, что нужно делать, чтобы все прошло удачно, а потом я дойду до той кошки, у которой кулон имеется. И там уже покажу и разберемся. Так, а вот, судя по всему, кошка. Ого. Интересно, она там шагает. Так, ну может ты там притормозишь? Ладно, давайте подойдем поближе. Еще можно, конечно, наблюдать все это дело с ПДА. Но с бинокля как-то получше это все видно, как бы смотрится. Хотя с ПДА тоже нормально. Так, кошка, видимо, нас засекла. Иначе бы она так не удрала. Ну ладно, давайте тогда с этой разберемся, где она тут. Так, вот она. Нужно сделать так, чтобы она нас не заметила и успокоилась. Вот она успокоилась, прилегла. Теперь давайте к ней подкрадемся. Так. Вот так вот. На картах ползем кошки. Аккуратно, осторожно. О, готово. И вот GPS-маячок. Ну, вот, в принципе, так и нужно со всеми остальными 6 кошками и сделать. Ну, в принципе, можно и попробовать все-таки их догнать. Тоже вариант. Но нужно, если вы будете догонять, нужно именно вот так вот на перехват идти, так сказать. То есть она убежит вперед, а вы как-нибудь сокращаете путь. И вот, собственно говоря, бежите. Потому что, видите, она вот бежит прямо, куда она сейчас повернет. Вот сюда повернула, да? А не, остановилась вообще, вот. Ну, видите, все-таки она останавливается и где-то поворачивает. И вот на этих поворотах ее можно и застать. Не, ну такие слишком большие дистанции, конечно, бегать, блин, это вообще. Это я с ума сойду. Так, 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 так. Не получилось. Ну, короче говоря, как-то так нужно действовать. И давайте... Найду все-таки эту кошку с кулоном и покажу, где она у меня находится. Ну что ж, со всеми кошками почти что разобрался. Одна кошка находится вот здесь, вторая кошка, ну как вторая. Но в принципе вы могли все отметки видеть на карте, в самом
в начале этого задания. А вроде бы вот кошку с кулоном я нашел либо вот в этом районе, либо вот в этом. Я уже точно не вспомню, потому что они бегали тут, прыгали, короче, творили, что хотели. Потому что хотел сделать все по-быстрому, а получилось как всегда. Вот он, кулон. Золотая цепочка с кулоном. В кулоне лежит фотография очаровательной маленькой девочки. Ну что ж, заберем. И как раз таки рядом с адреналином я эту кошку догнал и обезвредил. Давайте тогда отдадим этот кулон. Кстати, сколько он стоит? Ноль. Адреналин вообще обесценил кулончик-то, однако. Ну ладно. Давайте тогда его вернем. Зачем пришел? Воришки были благополучно пойманы, допрошены, подвержены пыткам. Один из них сознался и раскаялся. Мера пресечения – вечное служение на благо сталкера в качестве охотника на крыс. А, это шутка такая, смешно. Кулон где? Ну, расслабься, волнение ни к чему, вот он, бери. Ух, камень с души упал. Фотография дочурки для меня бесценна. Это единственное напоминание о том, что еще кто-то ждет меня. Спасибо большое. Надеюсь, награда тебе понравится. Понимаю, береги себя. Уху, ни хрена. Ну, награда мне точно понравилась, однако. Коллиматор Кобра, патроны к магнуму. Обычные и экспансивные патроны. 7,62 на 39, это, по-моему... Да, это те, что я думаю, и гранатки. Отлично. Подходи, раз пришел. Ну что ж, теперь, наверное, пойду я в подземелье Агропрома, так как у меня там имеется интересное задание. Так, какое-то задание, я уже не помню. О, с инструментами как раз-таки связанные. Так, и вроде бы ничего там нет. Отлично. Ну что ж, давайте тогда увидимся с вами в подземельях Агропрома. Буду показывать, где лежит тайник, про который нам рассказал Долговец. И в котором лежат, собственно говоря, инструменты, которые нужны Долговязому. Сейчас я вам все покажу. Ох. Хочу вас сразу предупредить, что как только вы сюда войдете, приготовьте дробовичок. Самый мощный, потому что тут целая кабардела встречать будет. Мутантов тут куча. И причем довольно-таки опасные. Пришлось даже гранатки потратить, которые нам дал адреналин. Вот так вот. Поэтому будьте осторожны. А вот тут мы видим следующее. Гранатки, патроны. Даже для пулемета есть. Противопехотные мины и, конечно же, армейские инструменты РКБ-86У. Предназначены для настройки калибровки войскового оборудования. Вот так вот, забираем. Родители частенько выбивали змея дурь, но я всегда знал, где достать еще. Но для свободовца это, по-моему, стандартная шутка. Ну что ж, теперь, наверное, отправился в темную долину. После этого, наверное, пойду в бар, отдам инструмента долговязому. Но перед этим занесу ПДА товарищу Борову. Потому что этот ПДА, он ждет уже не знаю сколько. Довольно-таки долго. И те тут какие страшные мутанты, блин, меня поджидали. Некоторые даже уже пропали. Вот так вот. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами в темной долине. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? Здорово, Боров, нашел я ПДА. Ну и где, давай? А где моя доля? Будет твоя доля, давай уже. Ладно, вот ПДА. Лады, вот тебе наводка, на один схрон хороший, правда, человечешка, с которого инфу снял, дрянь был, совок паршивый, но хабарок должен быть хороший. На севере армейских складов, возле упавшего вертолета. Есть еще способ получения выверта. Нужно бинт, консервы, голову тушканчика и колбасу в холодец кинуть. Ну ладно, смотрю, ты слово держишь, еще увидимся, пока. Так, задания у тебя никакого нету. Слушай, ты случайно не знаешь такого человека, Фенрирам его зовут. А чё интересуешься? На милитонов шпилишь? Да нет, с чего ты взял? Я с трупа одного военного на него ориентировку снял. Чуть за него пулю не схлопотал. Не связывался ты с этим делом, мой тебе совет. Темный ты человек. Вряд ли ему понравится, что ты за него интересуешься. Боров, ты просил меня помочь, я помог. Будь любезен, ответь взаимностью. Ну ладно, уболтал языкастый, на затоне его ищи. Ранило его, и туда он ушел.
там вояки вряд ли до него доберутся. Только прошу тебя, не говори ему, что это я тебе сказал, где его искать. Не понравится ему это. А я еще пожить хочу, и это за молчание информации с тобой поделюсь. Я оседлый образ жизни веду, а эта информация мне не два, не полтора, а тебе в самый раз. Ну, спасибо тебе, Боров, не переживай, не скажу, а что за инфа? Пришел один парень в зону из Львовской области, тертый сталкер. Я бы даже сказал, прожженный. На большой земле он увлекался видеосъемками, снимал свадьбы, дни рождения, юбилеи, корпоративы. Так, стоп, давайте по-быстренькому с ним поговорим, и... А то тут кто-то напал. Так, узнать имя сталкера, о котором говорил Боров. Что же ты снова приволок, касатель? Ладно, пускай они стреляются, мы отойдем подальше, и я дочитаю. Сейчас. Так, на чем мы остановились? Так... Юбилеи, корпоративы, короткометражные фильмы делал. Однажды его заметило начальство. О, все Лохматова убивают, блин, вообще. Наконец-то убили. Ладно, продолжаем. Однажды его заметило начальство первого национального телеканала и предложило контракт на съемку документального фильма о жизни зоны отчуждения. Деньги пообещали хорошие, он согласился. Так вот, он очутился здесь, после смены президента Украины. Да блин, да что ж вы делаете-то, а? Сделайте ваш заказ прямо сейчас, и подарок получит ПДА совсем бесплатно. О, интересно. Так, после смены президента Украины также сменилось руководство телеканала. Про него просто забыли. Он сначала пытался всякими способами вырваться обратно из зоны, но потом все же остался, снимал дальше. Надеюсь, что его работами заинтересуются иностранные телекомпании. В своих походах по зоне за интересным материалом он узнал кучу важной информации. И в итоге стал торговать ее, сколотив таким образом неплохой капитал. Мы торпеды в том районе, где он работает, пронюхали, что он обладает какой-то необычайно ценной информацией. Я думаю, при определенных условиях он мог бы поделиться ею с тобой. Там идет речь о какой-то серьезной научной разработке. Упоминается какой-то прибор, то ли биодетектор, то ли биосканер. Не понимаю я в этих штуках. По-моему, это биорадар. Он имеет в виду. Понятно, скорее всего, это биорадар. А как зовут того сталкера, где его можно найти? Найти? Ну ты чудак, человек, конечно, в баре. Там же вся фраера подобного ранга трутся. Я бы и сам оттопырился, да не любят нашего брата в тех краях. А как зовут его, я даже и не знаю. Слышал только, что погоняло у него какое-то странное. Мои люди курсовку мне за него написали, а отправить не смогли. Долговцы их спугнули. Спрятали они ее в КамАЗе. Вот держи фото КамАЗа. Найдешь курсовку, узнаешь имя. Да, и сначала найди этого сталкера и сделай, что он попросит. Тогда и того, кого ты ищешь, найдешь. Вот так вот. Интересные такие данные, сведения узнали. Ну что ж, теперь давайте, наверное, встретимся в баре, отдадим инструменты долговязому. А дальше посмотрим, куда можно пойти. Ну что ж, наконец-таки в баре. И даже мне сюда нельзя. Но по блату все-таки пускает Гаричек родимый. Проходи, да. Ну, теперь проходи. Отлично, мне это и нужно. Ну что ж. Что-то починить требуется. О, здоров. У меня для тебя сюрприз. Угадай, что в этом ящике. Ну-ка, ну-ка, армейские калибровочные инструменты. Вот это да. Чего здесь только нет. Да, с такими инструментами я такое сделать смогу. Вот и отлично. За оказанную услугу возьми немного патронов. А то многие сталкеры, когда отдают мне свое оружие на ремонт, оставляют полные магазины патронов. Я их выкладываю, обратно набить магазины забываю. Так и остаются у меня. Здорово, патроны не помешают. И дал нам для калыша. И для натовских всяких оружий. И для дробовичка подкинул. Так, для апгрейда пока что ничего у меня нету, но и ладно. Найдешь какие детали для апгрейда? Ну что ж, в баре. С теми квестами, с которыми надо, я вроде уже...
Поговорил, справился, а теперь, наверное, отправлюсь я на дикую территорию. Есть там пару интересных заданий. Но подробнее уже расскажу вам на месте. Ну что ж, я уже на дикой территории, и давайте расскажу вам поподробнее о том, зачем мы здесь вообще нужны. А вот за следующим мы тут очутились. За тайником коллекционера. Во, вот это место, что надо на дикой территории. Ну и в данном месте у меня находится, собственно говоря, тайник. Вот он. Так, давайте даже фонариком посвечу, чтобы вам было видно. Вот он. И тут мы находим кевларовый экзоскелет класса С. Он получше будет, чем мой военный. Глок 35. И следующая наводка, которая находится уже на янтаре. Ой. А тут за нами уже гонится товарищ. Ой. Все. Был кровосос, и нету кровососа. Не забываем про квест Кузнецова насчет койота. И еще про одно задание, которое скоро будет. Как видите, обзавелся я новой винтовкой. М4А3. Кстати говоря, винтовка очень даже хорошая, мне она нравится. И даже всем советую. Так, а вот это уже интересно. Откуда это? А, все, вас понял. Это оттуда уже. Так, минус один бандит. Койота убили. Так, еще один товарищ тут где-то шляется. Так, на амбразуру одного взял. Блин, бандит не хочет умирать с бронебойных патронов. Не, ну это вообще какой-то бред. Майор, поисковую операцию по поимке койота можете отменять. Наткнулся на него на дикой территории. Подробности при встрече. Так, что тебе псевдо-собака съела? Прекрасно, жду твоего возвращения. Отлично. Да ладно, ты живой еще. Что-то бандиты слишком живучие пошли. В экзоскелете умер сразу почему-то. А у обычных костюмчиков умирать они что-то очень долго не хотели. Так, что тут у тебя? Вот, АК-МС, ПДА, МП-445 Варяг, и, в принципе, ничего такого больше хорошего нет. Вот так вот. Ну что ж, с койотом разобрались, теперь давайте двигать на янтарь. Получил сигнал с янтаря. Вроде там мародеры сталка завалили какого-то. Вот суки. Сейчас разберемся, что к чему.